Времени суток, дамы и господа. Приветствую вас на своем канале, где мы с вами сможем за 3 минуты в день заработать очень приличные суммы денежных средств, просто принимая участие в аирдропах и баунти-компаниях от различных проектов, стартапов и ICO. Мало времени и много денег, такого не бывает, скажете вы. Но пришло время новых технологий и блокчейна, и реклама на данный момент просто бесценна. Сотни проектов начинают свою рекламную деятельность с высадки десанта. А именно так переводится airdrop. Это значит раздача первым участникам проекта бесплатных монет и токенов в криптовалюте, иногда и в долларах США, с целью рекламы и дальнейшего продвижения проекта в социальных сетях. А мы с вами и будем первыми вовремя получать эти монетки совершенно бесплатно на свои кошелечки и после окончания ICO и полной распродажи токенов проектами обменивать свои монеты на биткоины, а биткоины на доллары и любые фиатные валюты. Все очень просто. А монеты отдельных проектов по окончанию ICO и листинге на биржах вырастают в цене в десятки, иногда и в сотни раз. Как говорится, в мире криптовалюты делают огромные иксы. Тот же эфириум Виталик Бутерин когда-то раздавал бесплатно, а недавно цена этой монеты доходила до 1500 долларов США. Так что у всех у нас появился шанс стать миллионерами, не вкладывая ни копейки денежных средств. Единственное, нужно иметь терпение, ведь приходится ждать по 2-3 месяца, а то и дольше, пока закончится ICO, и наши монеты появятся на криптовалютных биржах. Но поверьте, оно того стоит. Ведь если ежедневно тратить всего по 3 минуты времени и успевать первыми получать нашу криптовалюту от хороших проектов, то и собственной... Что, собственно, я вам предлагаю делать вместе со мной на моем канале, то через пару месяцев мы будем получать ежедневный доход, обменивая на биржах наши токены на биткоины или эфир, а это дело лишь 2 минут. Поэтому подписывайтесь на мой канал, на мои группы в соцсетях, ссылки на них есть под каждым моим видеообзором. Вы их увидите, если нажмете на «Еще». Там будет вся актуальная информация. А также под каждым из видео есть ссылочки на проекты. И если у вас будет желание потратить еще по 3 минуты на каждый из этих проектов, переходите по этим ссылочкам, зарабатывайте больше. И даже если вы где-то не успеете и проект закончен, не беда, каждый день у меня на канале и в соцсетях будут появляться новые. Так что если вы со мной, подписывайтесь на канал, нажимаете на пальчик вверх, на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео. И поехали. Сегодня мы с вами получаем 2000 токенов от проекта Vault Remit, что в эквиваленте составляет 1200 долларов США. Кому интересно, вкладывайте в этот проект, изучайте его. Но у нас с вами цель одна, за 3 минутки забрать подарочные токены за прохождение airdrop этого проекта. И, соответственно, все. Поэтому, как обычно, проходим по ссылочке, которая расположена снизу моего видео, где написано слово «регистрация», и попадаем вот в такую формочку. И просто нам нужно будет ее заполнить. Здесь вот написано, как вы видите, что 2000 токенов WRTX этот проект дает нам за прохождение аирдропа, и это составит 1200 долларов. А также здесь еще за приглашение друга реферальная система есть, которая предполагает вознаграждение в 200 этих токенов. Ну, то есть, если вычислить, то это будет где-то еще 120 долларов за каждого друга. Что для этого нужно сделать? Просто заполняйте свой адрес электронной почты вот в это поле. Далее вот сюда вот свой номер телефона. Соответственно, плюс 7 код нужно ввести, если это Россия. И единственное, этот телефон должен быть обязательно привязан к WhatsApp. То есть, если у вас нет этого приложения, скачайте его, привяжите свой телефончик к этому приложению, и тогда спокойно его сюда заполните. Далее нужно будет зарегистрироваться, вступить в их группу Telegram, то есть прям нажимаете вот на эту вот ссылочку, разрешаете. Я уже вступил, поэтому у меня здесь у вас будет вступить, вы нажимаете на вступить, и, соответственно, можете также выключить уведомления, чтобы они не мешали, как это сделал я. Можете этого не делать. У кого проблемы с Telegram, так как в России сейчас его запретили, то прогуглите, как их обойти. Все просто, я уже это сделал, как видите, все открывается спокойно. Сюда далее вы заполняете свое имя пользователя в Телеграме. Собачку не забывайте ставить. Далее сюда страну проживания. Сюда заполняете свое имя пользователя, username в Твиттере, тоже с собачкой. Вот пример вам указан. И вот сюда вот вписываете, если не трудно, если вас не затруднит, если вы впишете мою электронную почту. Ее я оставлю также снизу своего
видео. То есть сюда нужно обязательно вписать электронную почту человека, который уже прошел этот airdrop. И если вы оставите мою, я буду вам очень признателен. Далее, сюда вы вписываете свой кошелечек MyEtherWallet. И если у кого-то его нет, также снизу видео есть ссылочка, как создать этот кошелечек и как им пользоваться. Там все очень просто. Ну и, соответственно, нажимаете на «Отправить». Все, вам приходит вот такая вот табличка, что airdrop пройден. Это раунд 1 этого airdrop. Всего доброго, до свидания, до встречи.